В Британии прошла репетиция похорон Елизаветы и СМИ. Подобный план действий разработан уже давно, но политики приняли участие в репетиции впервые. В Великобритании министры отрепетировали свои действия на случай смерти королевы Елизаветы и, сообщает The Sunday Times. Такая репетиция прошла впервые, как раз на неделе, когда королева отменила посещение службы в соборе Святого Павла из-за плохого самочувствия. У репетиции было кодовое название «Дворцовый голубь». Премьер-министр Тереза Мэй и министры обсудили вероятный план действий в первый день после смерти монарха. Впервые гражданские служащие и политики вместе обсуждали план. По словам одного из министров, все действия стали более активными из-за возраста королевы. Политики репетировали подготовку 10-дневного национального траура. В частности, отрабатывались действия на следующий день после смерти королевы. Также чиновники решали, когда именно премьер-министр должен обращаться к народу и объявлять о событии. Напомним, королева Елизавета перенесла операцию по лечению катаракты глаза в прошлом месяце. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.